Но мы идем далее. Конечно же, кольцо у меня уже здесь красуется на пальчике. Ну, вернее, почти что на пальчике. Через одно мгновение я обязательно его надену. Сейчас оно на подставке. Кольцо «Династия» называется. Я думаю, что не просто так это название. Здесь упомянуто отголоски, конечно же, дворцовых переворотов. Отголоски такие серьезные, вот как мне кажется. Призываю как можно скорее звонить и дозванивайтесь, потому что таких цен больше не будет. Весь ассортимент у нас появляется только один единственный день в эфире. Только один единственный раз. Действительно, какое ощущение возникает от этого кольца? Какие ассоциации? Это лакшери стайл, конечно же. Я точно знаю, что это ваша любимая форма кольца. Любимейшая. Это 100%. Я знаю, что вы очень любите подобные изделия в таком дизайне. У нас был один раз комплект Кастильо, он назывался. Я его очень хорошо помню. Вот немножечко отдаленно, конечно, но напоминает. Быть может, кто-то не успел приобрести тогда комплект. Не успел дозвониться, потому что ажиотаж был бешеный. Это был бестселлер. Я думаю, что кольцо «Династия» повторит судьбу того украшения. Конечно же, потому что очень широкий размерный ряд, вы это прекрасно понимаете. Ну что ж, давайте более подробным планом рассматривать это чудо природы. Дизайнер постарался, видно, конечно же, настоящая профессиональная рука. Я очень люблю такие бескаменки, я именно так их называю, потому что здесь нет ни одного камушка. Это значит, что когда камень цветной появляется, это к чему-то обязывает. Это значит, что нужно правильно подобрать один. Правильный цвет. Но здесь у нас, конечно же, бескаменка, поэтому это золото, друзья мои. Это золотое покрытие. Идеально подходит под любой абсолютно образ, любой гарнитур. Естественно, вы это понимаете. Интересные воздушные прорези здесь имеют место быть. Они как будто бы переплетаются, как будто бы лианы сплетаются друг с дружкой. Какое-то волшебство, действительно, династия. Означает что-то королевское, царственное. А плечики завышаются кверху. Посмотрите, вот они к серединочке завышаются. А давайте подумаем, сколько бы стоило это кольцо, если бы оно стоило полностью из золота. А чуть более 4 граммов здесь вес изделия. Как вы думаете, у нас сейчас 1 грамм золота стоит около 5000 рублей. Значит, такое кольцо стоило бы 1020 плюс ювелирная работа. Это около 25 тысяч рублей за кольцо. Здесь у нас идеальное золотое покрытие. И никто не догадается, что это золотое покрытие, потому что у нас золочение наносится методом галеваники. Это уникальное изобретение. Это последнее слово в ювелирной индустрии, в ювелирной моде. И, конечно же, дополняйте кольцо серьгами династии. Просто очарование. Посмотрите, какая нежность. Действительно, я люблю такие украшения, которые сочетаются несочетаемо, скажем так, эклектика. Друзья, когда нежность сочетается с шиком и блеском, с роскошью.